Ну, чувствуешь, что сильно упругость, да? Да. Нормально? Да, окей. 30 раз сделал, потом вдох, да? Два раза выдох или фиксираж, и после этого 30 надавливаем. Два раза ты делаешь, да. Что съем, что значит прием зафага, да? Что мы делаем, смотрите. Нажимаем на челюсть, да, здесь нужно на челюсть. Вот сюда, на челюсть. И выдвигаем голову вперед. Таким образом, что получается? Воздухоносный путь становится прямой, ровный. Закрываем крылышки носа, да? Если нужно, с полоферчиком марлечку укладываем сюда на рот, да? И делаем два выдоха. После этого надавливание на грудь. То есть надо каждый...